Большое спасибо. Рад вас всех видеть. Меня зовут Ник Вучич, и мне очень приятно быть с вами. У меня нет конечностей, но у меня есть моя маленькая куриная ножка. Вам понравилось? Давайте добавим немножко техно. Вам понравилось? Это прикольно? Прекрасно. Честно говоря, идя по жизни, вы можете упасть вот так. Готовы? Привет! Ну так что вы делаете, когда вы упали? Встаете. Каждый знает, что встаете. Потому что если я начну идти таким образом, я никуда не дойду. Я хочу вам сказать, иногда в жизни бывают времена, когда вы упали, и вы чувствуете, что у вас нет сил, чтобы встать. Как вы думаете, у вас есть надежда? Потому что я скажу вам, я лежу здесь, лицом вниз, и у меня нет рук и ног, и это должно быть невозможно для меня подняться. Но это не так. Понимаете, если я попытаюсь встать 100 раз, если я потерплю неудачу 100 раз, если я потерпел поражение, и я сдался, как вы думаете, я смогу встать? Нет. Но если я потерпел неудачу и попытался снова, и снова, и снова, я хочу, чтобы вы знали, это не конец. Вопрос в том, как вы собираетесь закончить. Вы собираетесь закончить сильными? И тогда вы найдете силы, чтобы подняться. Вот таким образом.